Этот матч баскетбольной лиги Смоленской области прошел спокойно и без сюрпризов. С первых минут доминирующую позицию заняли игроки из Десногорска, которые по-хозяйски уверенно завладели мячом. На протяжении всей игры сохранялся активный темп встречи. Команда САИС технично и с должной энергией показывала свое преимущество, фиксируя его в каждом тайме. В последней четверти десногорцы вышли вперед на 17 очков, но соперник не собирался сдаваться и навязал борьбу в последние минуты встречи. Но команда хозяев поля сумела удержать преимущество и добилась победы со счетом 62-55. Очень тяжелая игра, все очень устали, все старались. Команда Десногорска, как всегда, молодцы. Это лидер турнирной таблицы нашей по баскетболу. Ребята молодые, бегут хорошо. Наверное, немножко прибавили. В прошлый раз они гораздо слабее были. И сейчас уже нельзя с ними расслабляться. Отмечается, что Quantum Sassy стал подниматься в турнирной таблице и показывает уверенно неплохую игру. Из преимуществ десногорцев традиционно можно отметить хорошую скорость и точные дальние броски. Из 11 команд, участвующих в баскетбольной лиге Смоленской области, команда САЭС разместилась на третьей строчке рейтинга. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.